Надев широкий боливар, Онегин едет на бульвар. И там гуляет на просторе, пока не дремлющий бригет не прозвонит ему обед. История Бриги, одной из самых старейших и престижнейших часовых мануфактур, началась в 18 веке. Основал компанию Абрахам Луи Бриге в 1775 году в Париже. Его вклад в часовое дело невозможно переоценить. Именно Абрахам Луи Бриге изобрел легендарное часовое усложнение «Турбион». Оно предотвращает влияние гравитации на точность часов. А еще он придумал технологию гелиоширования. Это тонкая гравировка на циферблате, выполненная вручную. Кстати, у вас на запястье сейчас часы с авто под заводом? За это изобретение тоже скажите спасибо господину Бриге. Когда наш герой изобрел первую в мире противоударную систему для механизма под названием парашюте, который сегодня используется практически во всех дорогих часах в мире, то вышел на площадь и при всех уронил часы на землю. Затем невозмутимо поднял их и продемонстрировал, что удар для механизма прошел бесследно, часы продолжали работать. И если на нас с вами сегодня это не производит такого впечатления, то тогда увиденное воспринималось зрителями на уровне не то фокуса, не то магии. Авторитет и гений основателя сделал мануфактуру Бриге безальтернативным выбором для знати тех времен. Вы просто послушайте, кто был среди клиентов часового дома в разные эпохи. Мария Антуанетта, королева Франции. Наполеон Бонапарт, император французский. Селим III, султан Османской империи. Александр I, российский император. Королева Виктория Английская. Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании. И многие другие. Именно для Марии Антуанетты таинственный поклонник заказал сложнейшие часы номер 160, на создание которых ушло 44 года. Механизм часов состоял из 823 тщательно отделанных деталей. К сожалению, к моменту завершения работы над произведением искусства ни Марии Антуанетты, ни Абрахама Луи Бриге уже не было в живых. У каждой линейки часов Бриге есть своя армия поклонников. Однако именно легендарная коллекция Марин, состоящая из 11 моделей, считается образцовой классикой. Бриге использовала морские хронометры еще в 19 веке. Они были настолько точны, что их использовали в МФ Франции и других стран для навигации. В часовом бутике «Хроноскоп» в наличии пара хронографов 58-27 в разном исполнении. Желтое золото и розовое, диаметр корпуса 42 мм. Обратите внимание на приковывающий взгляд гелиошированные циферблаты с апертурой даты на 6 часах. Задняя крышка позволяет любоваться работой калибра 583Q/1 с запасом хода до 48 часов. Идеальный и универсальный вариант на каждый день. Также в наличии 4 модели 5817 Big Dat в розовом, желтом золоте и нержавеющей стали. Диаметр корпуса 39 мм. Модель отличает увеличенная апертура даты на 6 часах и мануфактурный калибр 517GG с запасом хода до 65 часов. В часовом салоне «Хроноскоп» вы можете выбрать оптимальный вариант для себя. Модель на каучуковом ремне с золотой застежкой или же вариант на стальном браслете. Ну а что делать дальше, вы знаете. Заходим на сайт, делаем выбор, звоним или пишем нам перед примеркой и направляемся сюда, на Смоленскую Сенную площадь, 23/25 на просмотр. Меня зовут Дмитрий Каратаев. Ну а в часовом салоне «Хроноскоп» линейка моделей Бриге даже для ценителей высокого искусства. Thank you.